Здравствуйте! Это воскресенье создано для любой интеллектуальной деятельности. Сами заметите, как активен будет ваш мозг сегодня. И ваша задача – подпитать его новой информацией. Средства давно известны, чтобы все получилось. Чтение книг, научных журналов, решение логических задач. Еще можно поиграть в интеллектуальные игры. Квиз тот же самый устроить с детьми, всей семьей. Или вести неспешные интеллектуальные беседы с умными друзьями. В общем, главное на сегодня, чтобы ваш мозг работал. И все. Больше ничего. Хорошего воскресенья и до встречи.